В областной библиотеке имени Герцена прошел творческий вечер Ирины Рос, поэта, барда и композитора. Живет Ирина Рос в пригороде Петербурга, городе Павловске, но у нее кировские корни, ее малая родина на Вятской земле. Иван Швецов расскажет подробнее. Кировские улочки, столько лет прошло, мамины проулочки, время замело. Киров – родина Ирины Рос. Здесь она родилась, здесь жила ее мама и бабушка. И сюда она возвращается всегда с большой радостью. Творческий вечер был построен по принципу импровизации. Декламирование стихов сменялось песнями, а песни – диалогом со зрительным залом и затем снова чтением стихов. Я очень люблю кировчан, вятичей, как угодно можно назвать, потому что у вас замечательные люди, а потом… Еще маленький нюанс. Вы не говорите, вы поете. У вас настолько распевная, напевная речь. Тут даже и петь не надо. Вы говорите, вы поете. Ирина Рос – почетный член жюри нескольких крупных фестивалей бардовской песни. Петь под гитару она начала в далекие 60-е. И уже тогда была среди признанных мэтров жанра. Кстати, одну из моих первых гитар мне подарил Юрий Висбор. Это было очень давно, я была еще сопливой девчонкой. Но вот так вот случилось, но я эту гитару, так как была слишком юна, слишком глупа, таскала везде, во все горы, во все походы, во все лыжи, во все костры, во все компании. И в конце концов она у меня сломалась на леднике, упала в трещину. Проникновенная песня о любви, счастье, мире и доброте вызвали у кировских слушателей душевный отклик. После творческой встречи все желающие могли лично пообщаться с автором и получить буклеты с ее автографом. Мне бы успокоиться, а покоя нет. Счастье шестиструнное, ой, мне по весне, чтобы ночи лунные стали в радость мне. Иван Швецов, Денис Трушков, Вести, Киров.